Успех на земельных выборах в марте партия «Альтернатива для Германии» праздновала еще сообща. Теперь же в рядах правых популистов произошел раскол. Борьба развернулась между двумя сопредседателями партии – Йоргом Мойтеном и Фрауке Петри. Началось все из-за Вольфганга Гидеона, депутата партии в Баден-Вюртемберге, который позволял себе антисемитские высказывания, в частности, на тему Холокоста. Йорг Мойтен потребовал выгнать Гидеона из партийных рядов, но не сумел набрать необходимых 2/3 голосов и принял неожиданное решение. 13 депутатов фракции АДГ сегодня решили покинуть фракцию. К этому времени лидер партии Фрауке Петри уже прибыла на место конфликта в Штутгарт. Но отправилась она не к своему сопредседателю, а к депутату, из-за которого конфликт и начался. Через несколько часов тот выступил с заявлением. Партийный прагматизм вынуждает меня объявить о том, что я покидаю фракцию. Так я смогу предотвратить раскол, который мог бы продлиться несколько месяцев. Но Йорг Мойтен остался непреклонен и дал понять, расколу в партии быть. Решение Гидеона он назвал недостойным спектаклем. В поддержку Мойтена выступил и зампредседателя партии Александр Гауланд. Это не принесло нам ничего хорошего. Я бы не сказал, что вред нанесен Йоргу Мойтену. Вред поведением господина Гидеона был нанесен всей партии. Курс Петри или курс Мойтена – это, пожалуй, один из главных вопросов, который стоит теперь перед партией «Альтернатива для Германии». Определиться с ответом она должна уже к парламентским выборам.